Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting. Многие пластические хирурги столкнулись с тем, что пациенты, приходя к ним на консультацию, стали отказываться от установки имплантатов. Тенденция была такая, что в основе всего лежит безопасность, и современные люди, блогеры, известные медийные личности стали выступать, возможно, против установки имплантатов, но на самом деле тенденции этого уже нового года расставили все точки в правильные позиции. То есть имплантаты являются основной эстетической составляющей женской груди. Для того, чтобы безопасно, надежно, качественно, с желаемым объемом увеличить грудь, необходимы имплантаты. Это безопасно. А в основе всего, в основе медицины вообще лежит безопасность. Поэтому, подводя итоги, атака на имплантаты со стороны пациентов, медийных личностей, звезд не удалась. И мы видим тенденцию, мы видим рост к установке имплантатов, к желанию улучшения качества жизни. А улучшение груди – это и есть качество жизни для современной девушки, женщины. Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting.